Город Брест – один из красивейших городов Беларуси. Все это благодаря многолетней, планомерной, слаженной и непрерывной работе многих служб. Но в наведении и поддержании порядка должны участвовать все брестчане, не исключением и представители гаражных кооперативов. А потому в городе над Бугом систематически проводятся мониторинговые мероприятия, которые выявляют те или иные нарушения, которые следует устранить. В текущем году комиссией было обследовано порядка 90% гаражных кооперативов. К концу декабря планируется выйти на 100%. Рейды в рамках работы рабочих групп по санитарному состоянию при жилищно-эксплуатационных службах, органами санитарных служб, администрации, прокуратуры, они проходят регулярно. По факту выявления ненадлежащего санитарного состояния выдаются предписания, требования разными инстанциями и сроки устранения. Основные проблемы – это санитарное состояние, это заброшенные гаражи, бесхозяйные, можем так их назвать, это поиск владельцев, собственников гаражей, и это, наверное, одна из актуальных – это регистрация гаражей в БТИ. Для каждого автолюбителя гараж как второй дом, где удобно обслуживать свою машину. А гаражный кооператив – сообщество единомышленников и истинных хозяев дорог, уважающих друг друга. Деятельность гаражного кооператива всегда была актуальной, требует особого внимания, потому что есть достаточно много проблем, особенностей при работе с собственниками, владельцами гаражных кооперативов, регистрации гаражей в БТИ. Работать с бесхозными объектами, потенциально опасными объектами, санитарным порядком на территории гаражных кооперативов. Поэтому эта тема вечная, и наша задача максимально ее организовать, где-то помочь поддержать председателей правлений, рассказать, показать, что нужно делать и как. Совещание-семинар с председателем гаражных кооперативов Московского района собрало руководителей, которые проявляют о подведомственных территориях настоящую заботу, стремясь в своей ежедневной работе решать актуальные вопросы. Проблемный вопрос установления собственников гаражей, так называемые бесхозные гаражи, то есть возможные воздействия административных властей к принуждению или к установлению собственников гаражей и возможности признания вышеуказанных гаражей бесхозными, обращения их или в доход государства, или в доход кооператива. В том числе вопрос – это приватизация или оформление гаражей, завершенных строительством, непосредственно в собственность. Гаражи продаются и покупаются без гаражной службы, без председателя, без никого. Надо, чтобы они справку брали с обывателей, в которой написано, что долгов за гаражи, по электричеству и по членским взносам задолженности нет. Вот это самый главный вопрос. Работа комиссии, выявляющей проблемы в содержании гаражных массивов, будет продолжена, а те нарушители, которые попали в поле зрения и не исправили свои ошибки, будут наказываться штрафом.